Всем привет! Это анонс первых уроков кулака, когтя, орла на нашем канале. И в этих уроках мы рассматриваем такие важные, основополагающие для освоения этого боевого искусства темы, как когти орла, что это вообще такое, какие бывают модификации и так далее. Мы касаемся укрепления пальцев и различных методов, собственно, укрепления пальцев. Мы рассматриваем несколько положений кулака для атак, и вообще различные рабочие поверхности, которые вам необходимо будет и укреплять, и, естественно, которыми вы будете пользоваться в своей спарринговой и боевой практике. В этих уроках мы говорим о шагах. Я еще раз напомню, что понятие «стойка», ну, несколько меняет вообще представление о бое. Вообще никто не стоит в бою, все ходят, поэтому исторически такие вещи, которые вот почему-то на Западе называются «стойками», в боевых искусствах называются вообще-то шагами. И вот мы рассматриваем ряд шагов, необходимых вам для дальнейшей практики. Еще раз напомню, шаги – это как фундамент дома. Ну, невозможно дома устоять, если у него нет хорошего фундамента. Так и здесь. Шаги позволяют вам выполнять самые различные действия, которые невозможно выполнить, если вы просто стоите столбом или ходите на прямых ногах. Кроме того, шаги позволяют вам работать в разных регистрах – верхнем, среднем и низком. Позволяют выполнять такие действия, которые невозможны, которые запрещены в спортивных единоборствах. Ну и так далее, и так далее. В уроках, о которых сейчас идет речь, мы рассматриваем и различные методы защиты, и различные методы атак, защитно-атакующие действия различного рода и так далее. Подробнее об этих уроках внизу в описании к видео, там содержание этих уроков, там ссылки на эти уроки, чтобы вы могли их скачать. А я вам желаю хороших тренировок.